Здравствуйте, дорогие друзья! Если вы смотрите это видео, значит, наверняка вы знаете, что такое агорафобия. И наверняка вы страдаете от этой плохая болезнь. Вот я тоже страдал от этой болезнь. Знаю все симптомы, сердцебиение, головокружение. Еще ватные ноги. Все вот эти неприятные симптомы я очень хорошо знаю. Что я могу вам сказать? Я вылечился. Давайте прогуляемся вместе по этой дорожке и узнаете, как я вылечился от агорафобии и как вы сможете тоже вылечиться очень-очень легко. Что такое агорафобия и панические атаки? Это болезнь в основном на нервная система, на вегетативная нервная система. Мы получаем всех неприятные симптомы, которые я уже сказал, головокружение, сердцебиение и так дальше. Я вылечил эту болезнь с помощью диеты. Диета у меня была следующая. Никакое мясо, никакое молоко, ничего такое. Уже я ем молоко, но мясо, если честно, еще не ем. Как получилось, что я эту диету нашел? Да я ее не находил никуда, я сам решил начинать, решил что-то делать, потому что агорафобия легко не вылечит. Вот, я сначала начал не есть мясо, думаю, вот попробую, как получится. Получилось так, что я через 2 месяца уже ходил по 10 километров пешком. А раньше вообще из дома выйти не смог. И начал практически середине, но это не середине, это я варил некоторые продукты там. В основном овощи. Варил еще капустой. Там морковки все эти, питался только это, принимал очень мало калорий и, видимо, похудел так за очень короткое время. Когда я похудел, мне стало легко, я начал двигаться очень сильно начал двигаться. Сначала несколько километров, я прям удивился, как я могу пройти вот это расстояние. Если хотите вылечить эту болезнь, начинайте срочно диету. Диета, которую я вам сказал, никакое мясо, никакое молочное. Но это только, смотрите, первый месяц никакое мясо, никакое молочное. Второй, третий, четвертый, пятый месяц постепенно будете прибавлять все, который вы потеряли в вашем меню, кроме мяса. Вот я так уже живу и очень счастлив, потому что могу гулять. Для меня пища не самое главное в жизни. Так что давайте, худейте, лечитесь, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки, если вам это видео было полезно. Если что-то вам интересует, еще пишите в комментарии, будем разбираться. Пока-пока!